Всем привет! 19 июля на телеканале «Россия» состоится премьера 16-серийной мелодрамы под названием «Хозяйка горы». По сюжету шахтерский поселок Каменный помнит давнюю легенду, которая рассказывает историю о княжне по фамилии Тумановой, владелице золотого прииска, где происходила добыча драгоценных камней. Она попала в руки большевиков. Сменившаяся власть предпринимала попытку узнать информацию о спрятанных сокровищах. Но даже во время жестоких пыток женщина так и не рассказала секрет. Обозленная на своих мучителей, заключенная, чувствуя, что умирает, прокляла того, кто отыщет заветную шкатулку. Уверовав в проклятие, местные жители опасаются даже вслух произносить имя хозяйки горы. Но каждый мечтает стать богатым и скрывает тщательные поиски золота. Самоуверенная 17-летняя девушка Алена, не обращая внимания на старые истории, требует достойного подарка, взобравшись на возвышенность. Словно услышав просьбу, родной отец красавицы тут же обнаруживает в заброшенной шахте скрытый тайник. Отбросив страх и сомнения, радостный мужчина приносит ларец в свой дом. Однако эта находка приносит местным жителям одни несчастья. Кто же сможет противостоять колдовству и вернуть счастье и любовь? Ответы на эти вопросы вы узнаете, если посмотрите данный сериал.